Вас приветствует гипермаркет детских автокресел и колясок Compassic.ru. И сегодня на обзоре у нас детская модульная коляска Expander Macca в комплектации 2 в 1. Люлька и прогулочный блок. Ну что, поехали! Основание люльки коляски выполнено из пластика. Далее обтянуто тканью. Капюшон плотно прилегает к люльке и крепится к ней на молнии. Он оснащен двойным козырьком и окошком для проветривания, раскрывающимся на молниях. Регулируется капюшон бесшумно поочередным нажатием клавиш по бокам. Сначала с левой стороны, затем с правой. Накидка имеет дополнительную защиту от ветра, под которой прячется окошко для наблюдения за малышом. Крепится накидка к люльке на двух заклепках с правой и с левой стороны. Внутренняя обивка люльки выполнена из натуральных материалов. Крепится к люльке на липучках и на молнии. При желании легко снимается. В комплектацию люльки входит матрас. Подголовник люльки регулируется в нескольких положениях снаружи. Внутренние размеры люльки. Длина 77 см. Ширина 35 см, а высота бортиков составляет 20 см. Благодаря современным системам крепления люлька снимается с рамы в одно движение. Снизу у люльки имеются специальные шторки для проветривания. Люлька имеет функцию укачивания. В случае отсутствия такой необходимости, люльку можно зафиксировать в неподвижном положении, выдвинув подножки снизу люльки. Установить люльку на раму также просто. Для этого воспользуйтесь специальной ручкой для переноски, которая прячется под молнией сверху капюшона. Вес рамы с колесами 9 кг 700 г. Вес люльки 5 кг 770 г. Итого общий вес рамы и люльки 15 кг 570 г. Прогулочный блок у коляски реверсный. Установить его можно в двух положениях. К вам и от вас. Прогулочный блок коляски укомплектован накидкой на ножки с дополнительной защитой от ветра. Крепится накидка на двух заклепках по бокам. Разделителем для ножек, защитным бампером, который обтянут эко-кожей и может быть снят с каждой стороны, пятиточными ремнями безопасности с мягкими накладками и дополнительным вкладышем, матрасиком, который при желании можно снять. Капюшон прогулочного блока регулируется одной рукой в нескольких положениях. Имеет дополнительный козырек, окошко для проветривания, и двумя секциями, раскрывающимися на молнии,
и удлиняющие его. Спинку прогулочного блока можно установить в нескольких положениях, от вертикального до горизонтального, с помощью рычага, находящегося сзади спинки. Для того, чтобы опустить ее, потяните рычаг вверх на себя и, удерживая его, опустите спинку вниз. Для того, чтобы поднять ее, приподнимите снизу вверх, ничего не нажимая. Подставка для ножек выполнена из пластика, имеет дополнительную грязезащиту из эко-кожи и регулируется одновременным нажатием кнопок по бокам. Размеры спального места прогулочного блока. Длина 82 см. Ширина 33 см. Вес прогулочного блока 5 кг 760 грамм. Итого общий вес рамы и прогулочного блока 15 кг 460 грамм. Колеса у коляски на подшипниках надувные. Передние 10 дюймов, задние 12. Колеса оснащены низкопрофильной резиной. Передние колеса поворотные, 360 градусов. Для того, чтобы заблокировать их направление прямо, поверните переключатели по часовой стрелке, находящиеся сверху колес. Продолжите движение, и колеса сами станут на нужное место. Для технического обслуживания или для большей компактности при транспортировке рамы колеса у коляски можно снять. Передние снимаются нажатием кнопки сверху колеса. Задние нажатием кнопки в центре колеса. Дополнительно можно снять ось, нажав кнопку на раме. Передние колеса оснащены системой антишок. На задних колесах установлены пружинные амортизаторы. Их жесткость регулируется переключателями снизу. Коляска оснащена ножным тормозом. Снизу на раме расположена вместительная корзина, которая закрывается на молниях. При желании легко снимается с рамы. Рама коляски складывается книжкой. Для того, чтобы сложить ее, нажмите красную кнопку предохранителя, одновременно потяните рычаги на себя и сложите коляску. Размеры рамы в сложенном виде. Длина 78 см, ширина 60 см. Разложить раму также просто. Для этого снимите предохранитель от раскладывания и поднимите раму вверх за ручку. Ручка коляски обтянута эко-кожей. Регулируется одновременным нажатием кнопок по бокам. В комплектацию детской коляски Expander Mokka входит сумка для мамы, москитная сетка на люльку, пеленальный матрас, универсальный дождевик, который подойдет на люльку и на прогулочный блок, подстаканник и дополнительный ремень на сумку. Это был наш обзор детской модульной коляски Expander Mokka в комплектации 2 в 1. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте и помните, что Compasic.ru – это ваш помощник в выборе правильного направления.